Они всегда на страже интересов граждан и готовы помочь в решении самых трудных вопросов. Заседание, которое провели в Министерстве социально-демографической и семейной политики региона, посвятили работе ведомства и итогам уходящего года. Ну и, конечно, основной вопрос – это помощь мобилизованным, помощь семьям, самое главное, семьям, своевременные выплаты. И вот за этим как бы должны осуществлять общественные советы и палаты на местах Тольятти, Новокуйбыш, Чапаевск, Пестравка, то есть все. Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева рассказала о мерах поддержки семей с детьми, в том числе и о введении единого пособия. Также были рассмотрены вопросы, связанные с заботой о пожилых гражданах и инвалидах. Участники заседания вспомнили историю создания общественного совета и обсудили основные изменения в составе и положении организации, которые произошли за 9 лет. Когда выходят нормативно-правовые акты, которые еще в проекте готовятся министерством, они обязательно проходят вот в нашем общественном совете экспертизу определенную на предмет соответствия там, требованиям и так далее, запросам это граждан нашего, нашей области, нашего региона. Учитывать интересы и потребности населения – основная задача общественного совета при министерстве. Члены общественного совета принимают активное участие в мероприятиях регионального и всероссийского масштаба, обмениваясь опытом с коллегами. Взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти носит характер регулярного диалога. Александра Гусева, Максим Гусев. События.